Привет, друзья! Сегодня у нас обзор Траги Бизон, версия 2, в 10 масштабе, стоимостью $337 от компании Vicar Racing. Итак, давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте. Сама модель, пульт управления, литиевая батарея, зарядник, документация, наклейки и шестигранники. Основные размеры модели. Длина 530, ширина 380, высота 190 мм. Весит наша трага 3 килограмма 760 грамм. Итак, аккумулятор у нас литий-полимер 3S на 3500 мА, токоотдачей 25C. Зарядка может заряжать аккумуляторы 2 и 3S током 1 ампер. Пульт управления двухканальный, имеет трим руля и газа, а также двойные расходы руля и газа, работает от 4 пальчиковых батареек. Мотор бесколлекторный, 4-полевой, на 2850 кВ. Мощность и влагозащиты сервы пока неизвестна. Бокс для батареи размером 50 на 170 мм. Регуль производства Hobby Wing мощностью 120 ампер и с поддержкой до 4S и защитой от воды. Приемник 4-канальный, влагозащитный, с функцией Fail-Safe. Вся электроника закрывается сеткой для защиты от снега, камней и грязи. Дека у модели полностью пластиковая, но зато бабочки и держатели осей сделаны из толстого алюминия. Все тяги стальные и полностью регулируемые. На модели установлено два дифа с остальными шестернями внутри. Слипер сцепления установлен сзади. На передних и задних осях установлены CVD-привода. Амортизаторы алюминиевые, имеют сдвоенные пружины, преднатяг регулируется резьбой на корпусе, а шток защищен пыльником. Резина у модели мягкая, диаметром 140 мм, а шириной 75. Внутри есть поролоновые вставки. Диски пластиковые с отверстиями для воздуха. Сзади установлен сдвоенный вилибар, который защищает модель от опрокидывания и позволяет ездить на дыбах. Над вилибаром установлен спойлер. Также на модели есть свет. Впереди белый, а сзади красный свет. В итоге за $337 мы получаем бесколлекторную трагу в 10 масштабе, полный привод, все основные узлы из металла и полностью регулируемую подвеску, а также полную защиту от воды, ну, кроме сервы, она пока под вопросом. На этом свой обзор я заканчиваю. Если у кого-то возникнут вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях к этому видео. Я с удовольствием всем отвечу. Всем до встречи и пока!